Türkmen, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. 26 октября состоялась церемония официального открытия Городакской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт. В церемонии принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Выступая на мероприятии, глава государства назвал это событие выдающимся. Сегодня мы очень гордимся тем, что за сравнительно короткий срок, немногим более полутора лет, эта пустующая часть Апшеронского полуострова стала источником зеленой энергии. «Это выдающееся достижение», — отметил президент. Ильхам Алиев также поздравил компанию «Мастар Объединенных Арабских Эмиратов» и ее руководство с этим значительным шагом, являющимся вкладом в развитие Азербайджана, а также с выполнением своих обязательств в связи с переходом к зеленой энергии. Присутствие на церемонии четырех министров правительства Объединенных Арабских Эмиратов глава государства назвал хорошим примером партнерства и дружбы, а также свидетельством большого значения, которое обе страны придают происходящему. «У нас большие планы, и я уверен, что дружеские и братские отношения между ОАЭ и Азербайджаном будут и дальше успешно развиваться. Убежден, что проектов будет еще больше. После подписания трех инвестиционных соглашений за очень короткий срок станет возможным производство энергии из возобновляемых источников энергии объемом 1 гигаватт», — заявил президент. Было отмечено, что сегодняшний проект — первый среди множества последующих, и в планах — совместными усилиями поэтапно производить до 10 гигаватт возобновляемых энергоресурсов. Азербайджан — очень благоприятная для иностранных инвестиций страна. За последние 30 лет инвестиционный портфель Азербайджана достиг многомиллиардного масштаба. Общий объем инвестиций в Азербайджан составил более 300 миллиардов долларов, из которых почти 200 миллиардов долларов — инвестиции в ненефтяной сектор. В то же время мы понимаем, что международный рынок еще много лет будет нуждаться в наших нефти и газе. С этой целью была запущена система из многочисленных нефти и газопроводов. Мы экспортируем нашу нефть и газ в разных направлениях, подчеркнул президент Ильхам Алиев. В своем заявлении глава государства рассказал о программе по усилению национальной энергосистемы. Особое внимание было уделено внушительному потенциалу ветровой энергии. Инвестиции в сферу возобновляемой энергии позволят Азербайджану сэкономить большое количество природного газа, который мы сегодня направляем для производства электроэнергии, заявил Ильхам Алиев. А это несколько миллиардов кубометров, которые будут сэкономлены для экспорта. Ибо азербайджанский газ как никогда нужен Европе в связи с последними геополитическими изменениями. Подчеркнув, что Азербайджан вовремя сдал в эксплуатацию крупную транспортную инфраструктуру, 3500 километров газопровода от морских месторождений на Каспии до Европы, президент добавил, что это будет дополнительным вкладом в энергетическую безопасность еще более широкого региона. Глава государства также озвучил планы по созданию энергетического коридора Каспий-Европейский Союз. В декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и мы уже начали свою деятельность. Уже несколько раз проходили заседания руководящего комитета. А через несколько месяцев мы получим полное технико-экономическое обоснование нового проекта по обеспечению энергетической безопасности «Зеленый энергетический коридор» ряда интегрированных объектов по производству, передаче и потреблению энергии, включая прокладку электрического кабеля по дну Черного моря. Отметил Ильхам Алиев и добавил, что в настоящий момент готовится технико-экономическое обоснование по производству 4 гигаватт возобновляемых энергоресурсов. Президент Азербайджанской республики выразил уверенность в том, что все поставленные цели будут достигнуты. Больной человек Европы. Османская империя вот уже полвека гордо носит это название. Некогда величественная империя уже несколько веков в упадке. Ее население бунтует, а сама страна безнадежно отстала от своих более могущественных соседей. И в этот трудный момент она оказалась на пороге самой разрушительной войны, которую только знала история на тот момент. Давайте посмотрим на Первую мировую войну с точки зрения Османской империи. К началу 20 века Турция была не в лучшем состоянии. Ее огромную по размерам империю терзали кризисы. После победы Российской империи в войне 1878 года Турция лишилась многих своих земель на Балканах, и спустя несколько лет также де-факто лишилась египетских территорий.
оккупированных британской армией, и Туниса, захваченного французами. Однако упадок империи был заметен и изнутри страны. Поэтому в 1908 году младотурки совершают революцию и свергают султана. Заняв министерские, парламентские и административные посты, они установили диктаторский режим, мало чем отличавшийся от времен султана, свергнутого ими же. Эта нестабильность привела к тому, что Италия, а после и Балканский союз, решили оторвать свои куски пирога от угасающей империи. И пока страна теряла остатки своего могущества на Крите и в областях, населенных преимущество армянами и греками, десятилетиями не прекращались бунты, жестоко подавляемые центральной властью. По уровню промышленного развития Турция находилась на последнем месте в Европе и на одном из последних мест в Азии. Количество рабочих, занятых в промышленности, не превышало 40-50 тысяч человек, что в итоге только усугубляло положение страны на фоне технологического превосходства европейских государств. Одним из тех, кто хотел повернуть ход истории вспять и восстановить величие империи, был Энвер Паша. Это был один из трех фактических руководителей страны и по совместительству военный министр. С его подачи Турция смогла вернуть себе часть утраченных земель в ходе Второй Балканской войны. Однако этого было мало. Прежде всего, Османская империя была заинтересована любой ценой сохранить свои земли. Несмотря на то, что изначально Турция делала ставку на Великобританию и Антанту, растущее недоверие к Британии и угроза со стороны Российской империи стремительно подталкивала к сближению с их противником – Германской империей. Германия еще с начала века усиленно помогала Турции в создании качественно новой армии по немецкому образцу. Однако поражение в последних войнах показало, что процесс был еще слишком далек от завершения. Летом 1914 года, после убийства эрцгерцога Австрии, когда ситуация накалилась до предела, Османская империя хотела получить обещание, что ее претензии будут удовлетворены Германией в случае ее победы. Тем более, что турки были уверены, что британцы, скорее всего, удержатся от вступления в крупнейшую европейскую войну. 2 августа 1914 года Османская империя подписала секретный договор о союзе с Германией, который, впрочем, не обязывал ее вступать в войну на стороне центральных держав. Несмотря на это, Османское военное министерство объявило в стране всеобщую мобилизацию. Положение дел осложняло крайне неоднородное мнение правительства насчет войны. Многие высказывались против. Страна была явно истощена, но поражение в последних войнах показало всем европейским странам и России ее уязвимость перед вторжением, подорвало военный престиж и породило призрак окончательного падения империи. А вступление в войну на стороне Германии сулило большую выгоду, а также возможность вернуть, если не территории, то по крайней мере уважение среди европейских государств. Военные советники решительно настаивали отложить вступление в войну до 1915 года, когда завершится реформа армии. Однако Энвер Паша был уверен, что сейчас Турция должна вернуть себе прежнее место под солнцем. Хотя в то же время в начале августа казалось, что война продлится недолго, от нескольких месяцев до полугода, и Турция останется нейтральной. Но удерживать нейтралитет становилось все сложнее. 6 августа два немецких крейсера «Гёбен» и «Бреслау» после атаки на французские колонии в Северной Африке попросили стать в турецких портах. Отказ османского правительства противоречил бы Союзу. Однако, чтобы сохранить нейтралитет, Турция купила оба этих корабля, сохранив на них немецкие команды и капитанов, которые отказались подчиняться приказам османских адмиралов. Таким образом, два немецких крейсера фактически делали все, что хотели, но уже от имени Турции. Этот случай был на руку Энвер Паше. Германия после провала тактики Шлиффена была крайне заинтересована во вступлении Турции в войну, поэтому они заключили секретное соглашение с Энвером для подготовки инцидента, который втянет осман в войну. Об этом решении Энвера не знал даже начальник штаба и тем более другие члены правительства Османской империи.
30 октября, как и предписывалось ранее, два немецких корабля под турецким флагом обстреляли Одессу, Феодосию и Новороссийск. Через два дня Российская империя объявила османам войну. 5 и 6 ноября за ней последовали Англия и Франция. Так Османская империя оказалась втянута в войну решением одного человека. Вступление Османской империи в войну вызвало ряд негодований и отставок среди членов правительства, выступавших против войны. Но отступать уже было поздно. На Кавказе первый кавказский армейский корпус русских уже пересек границу и пошел в наступление. Присоединившись к центральным державам, турецкое руководство рассчитывало на возвращение в результате войны утраченных Османской империей территорий, островов греческого архипелага, Западной Фракии, а также Карской и Батумской областей, отошедших России в результате войны 1978 года. Энвер Паша ставил еще более амбициозные задачи. После захвата Сорокомыша, Батума, Карса, Эрдогана – выход к Каспию, а в перспективе подчинения себе областей Средней Азии и объединения всех тюркских народов посредством исламского движения с открытием пути в Афганистан. Последующий ход событий покажет, насколько сильно он заблуждался в возможностях турецкого оружия. Основным театром боевых действий предстояло стать Кавказу. Там русские вот уже несколько недель наступали широким фронтом. Противостоящая им третья армия турок была почти вдвое меньше по численности, однако ожесточенное сопротивление турецких войск остановило продвижение русских на полпути к Эрзуруму. Немногим севернее части 3-й турецкой армии начали наступление в направлении Батуми. Они пересекли границу и смогли взять несколько небольших городов. Этот незначительный успех воодушевил Энвера на амбициозное зимнее наступление. На протяжении ноября Энвер Паша и турецкое командование, обнадеженное частичными успехами своей армии, вело тщательную подготовку и разработку плана масштабного наступления на территорию российского Закавказья. При разработке плана по разгрому русской армии Энвер старался использовать немецкую тактику, применявшуюся в битве при Танненберге. Турецкое командование планировало уничтожить всю Сорокомышскую группу русской армии силами трех армейских корпусов – 9, 10 и 11. Первые два корпуса должны были совершить обход Сорокомышской группировки армии с севера через Альту и Бордуз, образуя котел. 11 корпус должен был наступать в лоб на Сорокомыш для отвлечения внимания от действий 9 и 10 корпусов. Успех операции дал бы возможность продолжить наступление вглубь Кавказа до подхода резервов российской армии. Замысел турок был рассчитан на быстроту и скрытность обхода и энергичное демонстративное действие 11 корпуса. При этом 9 и 10 корпуса выдвигались со слабо организованными тылами в расчете на получение продовольствия от местного мусульманского населения. Однако у некоторых офицеров, в том числе и у командира 3-й армии, вызвало сомнение, что план, примененный в летний период, мог быть использован зимой. Горные дороги Восточной Анатолии были практически непроходимы для транспорта. Глубина снега достигала 1,5 метров, а температура опускалась до минус 20 градусов. Рассмотревший план атаки командующий 3-й армией Хасан Изет сделал к нему существенные дополнения. По его мнению, войска нуждались в налаженном снабжении, обеспечении зимней одеждой, продовольствием и боеприпасами. Иначе план ставил под удар всю османскую армию на Кавказе. Энвер Паша считал подобные высказывания выражением чрезмерной осторожности, поэтому просто сместил генерала, взяв командование армией на себя. 22 декабря части османской армии начали наступление в горах близ Сорокомыша. Несмотря на численное преимущество 9 и 10 корпуса, на протяжении всего марша турецкую армию преследовала стихия, холод минус 20 градусов и засыпанные снегом горные дороги, которые мешали проходу артиллерии. Тем не менее, им удалось продвинуться вглубь территории противника и обойти русские части с фланга. Однако российские части вовремя заметили угрозу окружения и начали отход. Слабые атаки 11-го корпуса позволили русским отвести на более боеспособные части к Сорокомышу, тогда как турки, идущие в обход основных сил, потеряли до половины своих солдат, еще даже не вступив в бой. Надежда на поддержку мусульманского населения не оправдала себя. Солдаты без теплой одежды и нормального снабжения просто валились замертво, изнеможенные и обмороженные в ходе длительного марша. Спустя неделю наступления туркам удалось отрезать дорогу Сорокомыш-Карс и подойти к городу.
Несмотря на трудности, с которыми столкнулись турки, Энвер считал, что медлить нельзя, ведь пленные русские солдаты сообщили, что город обороняет 2-3 роты, наспех сформированные в последние дни. Захват города сулил окружением всем войскам противника, ведь железная дорога проходила именно через Сорокомыш. Но в ходе наступления связь между 10-м и 9-м корпусами была потеряна. Несмотря на то, что турки понесли существенные потери, успешный маневр посеял панику в командовании русских войск. Командующий войсками Мишлеевский вместе с генерал-майором покинул город на автомобиле, а также приказал уничтожить склады, за что был отстранен от должности. 29 декабря Сорокомыш был полностью окружен. Тогда же к городу подошел 10-й корпус. Однако общая численность наступавших едва достигала 18 тысяч из 50 тысяч, начавших наступление недели ранее. Недельный марш в ужасных погодных условиях не остался без последствий. Изнеможенные войска нуждались в отдыхе, а штурм даже против малочисленного врага приводил к ужасным потерям. Несмотря на продвижение, ночью в боях обозначился перелом, и к утру русские уже смогли отбить вокзал и выбить турецкие части за черту города. Уже через день к русским прибыло подкрепление, и они перешли в контрнаступление. Потерявшие больше половины своих войск, османские части не смогли сдержать натиск свежих сил противника, и Энвер-паша принял единственно верное решение – отдал приказ на отступление. Измотанные боями и холодом, турецкие части продолжали терять людей при отходе. Уже к марту турки оставили все захваченные территории, в том числе и на направлении Батуми. Суммарно османская армия потеряла от 70 до 90 тысяч солдат, ранеными, убитыми в бою и умершими от обморожения, и вернулась на те же позиции. В который раз недооценка врага и нежелание подготовить тылы и теплую одежду приводило к поражению наступавших. Однако бои во Второй мировой покажут, что и этот опыт никого ничему не научил. Зимнее поражение турок стало сильным ударом как по армии, так и по моральному духу страны. И правительство нуждалось в козлах отпущения, тех, на кого можно было скинуть вину за провал на Кавказе. Кавказский фронт не был единственным. Со вступлением в войну Турция открыла Южный фронт, где она граничила с британскими колониями и Египтом, также ранее захваченным Британской империей. Уже вскоре Южный фронт дал о себе знать. Британские войска высадились у побережья Персидского залива, в Эль-Фао, откуда начали наступление на север. Османские войска не смогли остановить превосходящие силы противника и вынуждены были начать длительное отступление, потеряв в боях сначала Басру, а потом и Курну. Поражение в зимнем наступлении обескровило турецкую армию на долгие месяцы и вынудило османское правительство посылать новые полки солдат на Кавказский фронт. Эффект был таким сильным, что они были вынуждены оставить турецкие войска в Месопотамии без подкреплений. Однако турецкое командование планировало остановить британцев, оттянув их силы в Египет, оккупированный Британской империей уже 3 десятилетия. Командование турецкими войсками разработало план операции по захвату Суэцкого канала, важной артерии для Британской империи. Возможно, успех операции сулил крупные проблемы британцам, причем не только на Южном фронте, а и в Европе, а также давал возможность туркам проникнуть в Африке в надежде поднять мусульманское население против колониальных империй Франции и Британии. Турецкие силы под руководством османских и немецких генералов смогли быстро захватить Синайский полуостров. Однако для захвата пролива нужно было захватить оба берега, иначе солдаты на Синае будут находиться под постоянным огнем корабельной артиллерии британцев, без возможности как-то им противодействовать. Перед войсками командующего операцией Джамаля Паши предстояла тяжелая задача – форсировать пролив и закрепиться на другом берегу. Несмотря на всю кажущуюся выгоду от успеха операции, она была подготовлена откровенно ужасно. Атакующие войска Османской империи были в меньшинстве и имели лишь 20 тысяч человек против 30 тысяч окопавшихся британцев, которых еще и поддерживал Королевский флот огнем своей артиллерии. Всего через неделю после неудачной попытки форсировать канал, турецкие войска отступили вглубь Синайского полуострова. Поражение османской армии у Суэцкого канала, на Кавказе и в Месопотамии создали опасную иллюзию полной некомпетентности турецкого командования. Однако, несмотря на провалы на всех фронтах, британцам все же приходилось оттягивать свои силы на борьбу с Турцией, которые были крайне нужны в Европе. Поэтому Британия захотела вывести осман из войны путем захвата проливов
и морской бомбардировке Стамбула. В феврале британский флот совершил неудачный рейд через пролив Дарданеллы. Мощные береговые батареи и подводные минные поля потопили 3 линкора, еще несколько более мелких кораблей. Подход к столице был сорван. Но это был еще не конец. После провальной попытки британского флота форсировать Дарданеллы, благодаря разведке и шпионам, османскому правительству стали известны детали плана операций по высадке десанта на полуострове Галлиполи. Союзники хотели повторить рейд, однако для этого требовалось захватить береговые батареи на полуострове. Полученные разведкой данные, а также передышка между рейдом на пролив и высадкой, дала турецким и немецким офицерам возможность подготовить оборону вдоль всего полуострова, а также проложить дороги и заминировать пляжи. 25 апреля союзные части начали высадку на Галлиполийский полуостров. Галлиполийская операция была крайне опасна для Османской империи, поэтому для защиты страны были брошены лучшие турецкие части. И это сработало. Несмотря на очевидное превосходство британского флота, союзники захватили небольшой клочок земли ценой 18 тысяч жертв лишь за первый день. Но севернее войска австралийского и новозеландского армейских корпусов высадились на узкие пляжи под шквальным огнем османских частей, находившихся на склонах холмов. Однако вскоре им удалось пробиться к скалам, окружавшим пляж. Османскому гарнизону, оборонявшему высоту, необходимо было продержаться до прибытия подкрепления из штаба армии, но им противостояли превосходящие силы противника. Высадка шла уже несколько дней, и войска непрекращающимся потоком сходили на берег. Турецкие части буквально стояли насмерть. Почти весь 57-й пехотный полк пал в бою. Но турки ценой своей жизни выполнили задачу. И прибывшая 19-я дивизия смогла замкнуть врага на площади 1,5 километра на 500 метров. Попытка облегчить положение союзников путем наступления на Критию полностью провалилась. Ни в апреле, ни в мае им не удалось достичь успеха. Турки сумели отбить атаку и пойти в контрнаступление. Лишь огонь корабельной артиллерии не позволял полностью уничтожить войска противника на юге. После этого бои стали затихать, и 8 мая операция по наступлению на Критию фактически завершилась. Успех османской армии, конечно, был обязан грамотному командованию Мустафы Кемаля, а также самоотверженности солдат, защищавших сердце империи. Но более весомый вклад в победу турков, как ни странно, внесли британцы. Как и турецкое командование в битве за Суэцкий канал, британцы при всей колоссальной выгоде от успеха захвата пролива и подступов к Стамбулу подготовили операцию из рук вон плохо. Первой ошибкой был неудачный рейд, итогом которого стало лишь раскрытие стратегического планов турецкому командованию. Дальше стало только хуже. Высадка морского десанта является одной из самых сложных военных операций, как для командиров, так и для солдат. Но это не помешало британцам сформировать основу союзных десантных войск из новобранцев, которые впервые попали в бой лишь во время высадки. Усугубляло положение нехватка полевой артиллерии и растянутые линии снабжения. В итоге войска Антанты не сумели захватить ни Критию, ни высоты Ачибаба. Уже скоро даже британцам стало понятно, что операция полностью провалилась. В декабре Британия эвакуировала войска с полуострова. К осени в Месопотамии османскому генштабу стало очевидно, что британское командование приняло решение развить успех наступления и продолжить поход к Калькутте и Багдаду. В этой суматохе Энвер-паша, опасаясь падения Багдада, понял, что недооценил важность Месопотамского фронта. Поэтому по его указу турками была создана 6-я армия. Вовремя сформированная 6-я армия позволила османам противостоять британскому продвижению, но полностью остановить его ей было не под силам. Вскоре бои подошли к городу Ктесифон. Контрнаступление двух османских дивизий у города привело к тяжелым потерям с обеих сторон, но заставило британцев отступить в Алькуту. Турки, узнав об этом отступлении британцев, приняли решение преследовать противника. 7 декабря османским войскам удалось полностью окружить город и начать его осаду. Попытка британской армии откинуть османа от города и освободить гарнизон провалилась под ударами всей 6-й армии Гольца, к тому моменту подоспевшей на помощь Нюриддин-паше. Город был хорошим укрытием и находился на высоте, что позволяло удерживать его против превосходящих сил. Это понимали и турецкие генералы, поэтому, дабы не терять людей в бессмысленных попытках штурма города, перешли к длительной осаде на изнурение. Дефицит продовольствия и боеприпасов, а также постоянные артобстрелы должны были сломить волю к сопротивлению осажденных. Осада Эль-Кута продлится 5 долгих месяцев,
и по длительности уступит лишь осаде Перемышля. Пока Османская империя вела борьбу сразу на три фронта, ее экономика работала на пределе своих возможностей, не покрывая дефицит базовых товаров и продовольствия для армии и населения. Лишь спустя год после начала войны уже стало ясно, что османская экономика была не готова к мобилизации и затяжной промышленной войне, даже по сравнению с ее союзниками и противниками. Небольшой объем капитала, наряду с низким уровнем индустриализации промышленности и сельского хозяйства, создавал большие трудности для мобилизации османской военной машины. На полях в основном работали руками, так же, как и многие столетия до этого. Эта незначительная деталь делала сельскохозяйственную отрасль чувствительной к быстрому исчезновению мужчин с полей вследствие их мобилизации в армию. Поэтому на полях попросту не хватало рук. Военная реквизиция рабочего скота ограничивала возможности фермеров вспахивать и удобрять землю. Между тем, вероятность того, что армия конфискует зерна сверх прожиточного минимума, убедила многих сеять меньше. Дефицит вызвал рост цен и впоследствии голод. А попытки реформировать экономику в быстрые сроки не могли исправить ее катастрофического положения. 10 января на турецкие позиции обрушился шквал снарядов. Русские начали новое наступление. На этот раз их целью был Эрзурум. Несмотря на проблемы в экономике, война продолжалась. Однако наступление русских стало для турецкого командования полной неожиданностью. И это сыграло с ними злую шутку. Дабы понять масштаб неготовности турок, стоит упомянуть, что командующий турецкой армией на Кавказе был в то время в Стамбуле, а его начальник штаба и вовсе в Германии. Лишь спустя 20 дней после начала наступления командующий 3-й армией прибыл в штаб. Но проблемы на этом не заканчивались. Махмуд Камиль Пашу больше волновало возможное продвижение русских близ озера Ван, поэтому он распорядился отправить туда на усиление большую часть своих резервов, во многом проигнорировав наступление на севере. Продвижение русских в этих трудных условиях шло настолько быстро, что лишь через месяц после начала операции они продвинулись на 150 километров, а турки уже были зажаты обороной самого Эрзурума. Не в силах удержать город, через 5 дней турки отступили. Последствия провала обороны осман были катастрофическими. Третья турецкая армия была разгромлена полностью. Она потеряла больше половины своего состава – 66 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. И что хуже, наступление русских на этом не закончилось. Вскоре пал Трабзон. После стабилизации фронта Энвер Паша приготовил вновь собранную третью армию и поставил на место главнокомандующего Мехмед Вахип Пашу, хорошо отличившегося во время битвы на Галлиполи. Следующим шагом было возвращение утраченного порта Трабзон. В этом решении не было места политике, ведь овладев портом, русские стали использовать его для переброски подкрепления по морю, в обход длинных и сложных горных дорог Кавказа. Поэтому его захват был стратегически важен и мог повлиять на всю военную кампанию. Но это лишь на бумаге. На деле 3-я турецкая армия, двинувшаяся на Трабзон, практически сразу попала под контрудар русских. Юденич вышел сначала во фланг, а после и в тыл туркам, без боя взяв Эрзинджан. Этот бросок разделил османские войска и вынудил их к быстрому отступлению. В результате этого контрнаступления половина 3-й армии попала в плен. Десятки тысяч пали в боях, а сама армия была выведена на пополнение до конца 1916 года. Положение турок на фронтах оставалось крайне тяжелым. Однако там хотя бы есть четкий враг, есть свои и чужие, чего нельзя было сказать о внутренних делах империи, особенно на территории, заселенных арабами. Приход младотурок к власти ознаменовал новые этнические гонения, что, как уже не раз показывала история, приводит только к усилению противостояния. Так, активные группы арабского населения стали искать возможность продвинуться на пути к своей независимости. До войны сделать это было проблематично, но после ее начала в дело вступило правило, которое старо как мир. «Враг моего врага – мой друг». Так к арабам обратились британские шпионы. Их сотрудничество, к сожалению, турок оказалось вполне эффективным. Первый удар был нанесен в Мекке. Там лидер клана Бину Хашим поднял восстание и сумел собрать 50 тысяч человек. После к нему был послан капитан Лоуренс, прозванный Лоуренсом Аравийским. В последующие годы арабы только усилят свои выступления и при материальной помощи Англии возьмут под контроль обширные территории. В августе после провала битвы при Романи британским войскам удалось всего за несколько недель обратить в бегство турецкие войска, погрязшие на Синайском полуострове. Удар британцев
оказался настолько сильным, что Османская империя потеряла почти все завоевания в Египте, а главное, потеряла инициативу до самого конца войны. Она еще могла обороняться, но сил для наступления у нее больше не было. Дело в том, что к 17 году дела в империи обстояли отнюдь не лучшим образом. Турецкому правительству так и не удалось модернизировать промышленность, хотя при поддержке немцев определенных успехов они все же достигли. Ценой всему этому стал голод в Сирии и других территориях Месопотамии. Как ожидалось, мобилизация мужчин, а также блокада со стороны Антанты сделали свое дело. Продовольствие не импортировалось, а собственное сельское хозяйство не могло покрыть своих же нужд. Однако вскоре судьба подарила османам, возможно, лучший шанс в ее истории. После революции в Российской империи боевые действия на Кавказе сошли на нет, а позже страны и вовсе подписали перемирие. За полтора месяца русские полностью развалили Кавказскую армию, частично демобилизовав или попросту передислоцировав войска внутрь России. Энвер-паша воспользовался положением, тем более, что перемирие не вернуло туркам их территорию. Сделать это предстояло армии. Всего за 6 недель турки смогли оттеснить остатки русской армии и армянских частей до самой границы, а после перешли ее и с легкостью заняли Ардаган, Карс и Батуми. После перерыва турки продолжили наступление в нескольких направлениях. Но праздновать победу было рано. Энвер-паша, как и 2 года назад, вновь недооценил Месопотамский фронт, за что дорого заплатил. Его решение усилить армию для наступления на Кавказе помешало туркам отправить подкрепление на юг, чтобы эффективно обороняться от наступления британцев в Ираке. Имеющиеся там турецкие войска просто не могли остановить продвижение британцев. В их силах было только их задерживать. Поэтому всего за несколько месяцев османы оставили Багдад, понеся большие потери. Пик наступления британцев совпал с битвами в Палестине, однако более узкий фронт дал возможность туркам победить в 2 битвах за Газу. Сразу после этого наступил тупиковый период, ситуация, при которой ни британцы с союзниками, ни турки не могли одолеть друг друга на протяжении полугода. Именно здесь сказалось, промышленно отсталась Турции. Неся потери и фактически ведя войну на истощение, Османская империя не могла сравниться с британской. Она просто-напросто не успевала производить достаточно оружия, боеприпасов и снарядов, как это делали британцы. По итогу к ноябрю британцы смогли прорвать оборону турок и двинулись вперед. Энвер-паша был не в силах что-либо предпринять, он допустил много ошибок, но главной его ошибкой стало втягивание осман в Первую мировую войну. За полтора месяца турки отступили на 100 километров. Их тщетные попытки сдерживать наступление, нанося контрудары, провалились. Пусть не сразу, но британцы продвигались все дальше и дальше. Но как ни странно, это серьезное поражение осталось почти незамеченным турецким населением. И дело вовсе не в военной пропаганде. Ведь в тот же момент Турция начала наступление на Кавказе, что безусловно подняло моральный дух на небывалый уровень. Очевидцам даже казалось, что вот-вот и Антанта последует примеру России, выступит с предложением о завершении войны. Это было не больше, чем желание, никак не связанное с реальностью. Османы действительно смогли вернуть себе утраченные за годы войны территории, и даже больше. Они захватили ряд городов и закрепили присоединение Брестским миром. Но это не отменяло тот факт, что земли на Аравийском полуострове фактически были утрачены, как и были утеряны земли в Египте, Палестине и Ираке. Тем не менее, Османская империя продолжила свое шествие по Кавказу. На этот раз совместно с Германией она захватила новообразованные республики Грузии и Армении, освободила Азербайджан от большевиков и заключила с ними договор, уменьшив их территории. Как не раз показывала история, чем труднее положение страны, тем безумнее планы строят их правители, и Энвер-паша был не исключением. Он разработал свою стратегию дальнейшей войны – после освобождения Баку повернуть на север и освободить Горскую или Горную республику на севере Кавказа, а потом ударить на юг через Иран и отрезать британцев в Месопотамии. Как за столь короткий срок продвинуться на 100 километров по горам на север, а после переместиться на 400 километров к югу и выбить британцев, детали плана не уточняли. Сложно сказать, на что опирался Энвер при создании этого плана, однако точно не на реальность. Потому что для Османской империи реальность была куда трагичнее. События в Юго-Восточной Европе разрушили надежды османского правительства. В сентябре 1918 года союзные войска
приняли внезапное наступление на Македонском фронте, которое оказалось довольно успешным. Это наступление вынудило Болгарию, воевавшую на стороне центральных держав, искать мира, а значит, и несло новые угрозы для Стамбула, который находился всего в 140 километрах от болгарской границы. Тем временем на Южном фронте многим военачальникам центральных держав, командовавших османскими армиями, было ясно, что следующее же наступление британцев приведет к катастрофе. 19 сентября так и произошло. После удара британцев оборона 8-й армии в прибрежной зоне рухнула. В течение всего первых 12 часов развал 8-й армии скоро вынудил смежную 7-ю армию сдерживать правый фланг. В регионе к северу от Иордана фланги 4-й армии также скоро оказались подвержены опасности, и все постепенно начали отступление на север. В течение следующих 6 недель остатки армии продолжали отступление на север, зачастую в условиях хаоса. Их преследовало большое количество кавалерии. Турки подвергались разрушительным налетам авиации, а также преследованиям арабских бродячих повстанских отрядов. 30 сентября 18 года турки покинули Дамаск. В конце сентября великий визир Османской империи посетил и Берлин, и Софию. И ушел с пониманием, что войну уже нельзя выиграть. Поскольку Германия, вероятно, стремится к сепаратному миру, османы также будут вынуждены подписать унизительный мир. 30 октября Османская империя подписала свой последний договор, который закончил многовековую историю империи. Как итог, Османская империя оказалась совершенно не готовой к войне, ни в промышленном, ни в материальном плане. Ее армия требовала реформ, как в общем-то и сельскохозяйственный сектор. Однако этот вывод был сделан многими турецкими военными политиками еще до вступления в войну, но был полностью проигнорирован самоуверенным министром Энвер Пашой, который по своей воле и потакая немецким дипломатам вверг страну в катастрофу. Возможно, Османской империи удалось бы сохранить свои территории, избежав она участи в Первой мировой. Однако история распорядилась иначе.